Фред, ты в своих роликах говорил, что придумал всего 3-4 вокальных мелодии в джазе. Потом на стриме ты говоришь, что написал почти все песни на альбоме. Или только про рифы. Смотри, я снимал на эту тему отдельное видео, не знаю, повторяться, не повторяться, которое так и называлось. Почему Хэммит написал 0 песен в составе как бы группы Металлика. Значит, повторяю, что такое песня? То есть у тебя появляется некая идея. Допустим, ты хочешь снять песню про, не знаю, там, нерест лосося, грубо говоря, все. То есть ты, как бы, вот сидят группа, 5 человек, там сидят в телефонах, там что-то пыжится, смотрят, там что-то, не знаю, просто курят. У тебя появилась мысль, все, нерест лосося. Вот у тебя есть некая задумка. Дальше, ты придумываешь, допустим, чувакам говорит, смотрите, вот у меня, как бы, есть такая заготовка, вот будет первый риф. Потом будет идти бридж. И потом, не знаю, там еще что-то. То есть, короче, набросали основу, сказали, о чем это. И примерно, смотри, здесь нужно спеть чистым. Здесь нужно будет наорать адского расщепа. Здесь должен пойти карданчик. Здесь остановочка, здесь и так далее, далее. То есть, вот получается, ты как бы, скажем так, родил песню. То есть, ты ее не воспитал всю, но ты ее просто, вот, можно сказать, вытолкнул, да, как бы из вагины эту песню. И все. А дальше, получается, остальные, как бы, ты говоришь, смотри, ты здесь сделай слепующий бас. Ты здесь сделай этот какой-то бридж там, а вот ты там спой, давай мелодию, покажи, какая у тебя. А, нет, такая не устраивает, давай другую. Да, вот это подходит сюда идеально. То есть вот, Хэммит такого сделал 0 раз. То есть, допустим, Хэммит принес и сказал, смотри, я придумал песню, да, будет называться там «Sad But True», вначале там будет идти такая штука, да, там. И потом я думаю, что-нибудь типа там, и, допустим, даже там, не знаю, Хэтл придумал. То есть... Пусть это, не знаю, придумал Ларс, но хотя бы Хэммит сказал, здесь какая-то там трель, просто я не умею делать, ну, помогите, подскажите. И так далее. Потом должен быть, не знаю, какой-то медленный риф, вот такой там. И Хэммит, допустим, говорит, и здесь должно быть, я не знаю, не могу придумать мелодию вокальную, ну, типа там, там, дан-дан-дан, да, а дальше не знаю, как бы. А вот потом так-так-так, все, и все равно этот человек сделал песню, он как бы ее родил всю основу, расписал, где будет куплет, где будет припев, а остальные просто дошлифовали. То есть я именно про это говорю. То есть такого я сделал, ну, почти все. То есть такую песню, которую полностью именно синициировали остальные, такой песни ноль. То есть есть только песня вот «Где ты», в которой я сделал только какой-то, не помню, то ли начальный перебор. Короче, какую-то песню сделал, там какой-то кусок, в смысле, сделал. Остальное все же дорабатывал Миша. А так сама именно, само и как бы начало, что вот здесь будет песня, вот здесь будет куплет, припев, это все делал только я. Так,